Здоров-здоров, ребят. Ну чё, мы сегодня начинаем проходить Batman Arkham Asylum. Странно, но почему-то в Стиме у нас эта игра продается без русского перевода, без какой-либо русской локализации, вообще, в принципе, субтитры, короче говоря, даже не включить. Поэтому пришлось поковыряться в корневых каталогах, всю подноготную вытащить, раздеть игру до майки и трусов, короче говоря, в общем, я её русифицировал с помощью всяких костылей. В общем, чё, погнали. Это у нас игрушка, открывающая всю основную трилогию Batman Arkham. Arkham... Та-та-та, короче, там разные версии Архама. Так, давай-ка мы это снесем. Я тут проверял работоспособность. Говорят, то, что есть глюки в миссии с Пугалом. Надеюсь, что такого не произойдет. Но там, если что, надо будет поменять этот, как его, настройки, сделать их на минимум, пройти этот момент и потом вернуться, так сказать, в исходное агрегатное состояние. Ладно. То есть после Arkham Origin Бэтмен поймал Джокера и притащил его в дурдом, который называется Asylum. Ну и, по-моему, дурка и все вот так вот в США называются Asylum. Вроде как. Внимание, всем вернуться в муниципалитет. Джокера арестовали, и Бэтмен следует на остров Архам. Бэтмобильчик какой, а? Красота. Я ж думал, об этом защитиной. Назад, идиот! У меня бомба! О да! Шарохаться мы в основном будем по комплексу больничному, вот этому вот, который сейчас показан на экране. Ни больше, ни меньше. У нас не будет особо открытого мира, но он довольно-таки большой. Что-то Джокер худенький какой-то. Ему, наверное, не давали маковки. Харпи, ты классно тут устроился. Для тебя он начальник Шарп. Боулс. Боулс. Фрэнки, как жена и детишки? Ты скучал по мне? Закрой свой рот, козел. Тебя тут кто еще? Кто ждет? Правда. Ну давай прогуляемся. Полегче, ребята. Не помните костюм. Убери от меня этого ублюдка. Начальник, что-то не так. Я пойду с ним. А Бэтмен что-то подозревает. Лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Поедем на сильной терапии. Комиссар Гордон. Да, сэр, он ждет вас в приемном покое. Он пришел раньше вас. Шарпи любит свои камеры. Эй, Шарпи, ты словил удачный ракурс? Субтитры, да, и музыка. Вот музыку подберем, потому что ребятушки с Warner Brothers любят предъявлять права за стильные вещи. И разговоры, в принципе, можно где-нибудь на серединку вот так вот убрать. Я думаю, норм. И ты чуваков идут еще? Скажу тебе, что в этих лабораториях проводка совсем никудышная. И здесь большая вероятность пожара. Интербол, принимай узника. Только побыстрее. Только в надлежащем порядке. Состояние пациента стабильное. Похоже, что за последние два часа он перенес несколько мелких ранений.
Но Джокер его, кстати, это Джокер. Бэтмен его там в церкви далеко не несколько мелких ранений нанес. Он там его удохал в морду довольно-таки продолжительное время. Ладно, окей. Не померишь мне температуру? Я с радостью сниму штаны. Он ваш, забирайте его. Он в норме, откройте дверь. Джокер хотел, чтобы ему градусник в очко вставили. Он не чист, походу, он на задок. Пациент категории 9. Смирительная система активирована. Огонь на поражение разрешен. Ты слышал? Привезли еще одного пациента. Ты чувствуешь запах возбуждения в воздухе? Нет? Значит, это кто-то из охраны. Крок, неужели это ты? А где Крока он видит? А, вон он. Ебать, он здоровый. Его скрючило всего в камере. Держите оружие наготове. Он разозлился. Посмотрите, он напуган. По-моему, раньше Крок поменьше был, ну ладно. Бэтмен, я чую твой запах. Я тебя найду. Правильно, током его. Этот ошейник меня не остановит, Бэтмен. Я разорву тебя и съем твои кости. Боюсь. Вы знаете, мне нужны новые ботинки. Да, эти вроде норм. Как раз в том костюм, а тоже фиолетовый. Только шнурки, по-моему, какие-то странные. Как будто они намотаны на бот. Как раз для вечеринки. Но не для тебя. Ночь только началась, Бесс. У меня в запасе есть еще несколько забавных шуточек. Ты подумай, тебе не кажется забавным, что пожар в Блэкгейте заставил мою команду переместиться сюда? Он уже говорит то, что я хочу свалить. Я сказал, закрой рот. Ох, Фрэнки, тебе лучше помолчать. Хорошим это не кончится. Скажи, тебе всегда так сложно поймать, что тебе нужно? Так, ничего, много людей гибнут от боли и страха, их бессмысленные жизни заканчиваются. А все благодаря тебе и коробке спичек. Ты этого хотел услышать? Все пациенты не должны встречаться с заключенными из черных ворот. Их присутствие в нашем учреждении... Ну, естественно. Что он делает? Двигайся. Включи фонарь, посвети на него. Бэтмен вовремя сообразил, что эту курву надо за глотку хватать. Их присутствие в нашем учреждении... О, ты мне не веришь? Гость прибыл. Нижние этажи интенсивной терапии на уровне альфа-красный. Ты вернулся. Ты убил троих наших парней во время своего побега. Всего трех? В следующий раз ты постараюсь лучше. Как насчет сотни? Долгая ночь, Джим. Джокер вошел в муниципалитет и удержал мэра в заложниках. Позвольте вызвать спецназ, СМИ и тебя. Да, это была адская ночь. Надеюсь, последняя, которая у нас в его обществе. Да, верно. Это Харли Квинн была. Стоять, прости, Бэтмен, только для персонала. Я тебе доверяю. Если кто-то квалифицирован, это... Слушай, я ценю помощь, но он встревожит самых опасных обитателей. Думаю, он говорит о тебе, мышка. Не нужно делать такой вид, Бэтмен. Тебе здесь рады. Скажу, рад, что ты вернулся. Ты в порядке? Он сдался почти без драки. Мне это не нравится. Он хотя бы вернулся туда, куда нужно. Oh.
Давай, сейчас. Джокер вырвался, сообщи начальнику. Выстрелы, мы его теряем, док. Очень смешно. Дорогая, я дома. Давай, выходи. Привет тебе, психушки, Бэтмен. Я поставил ловушку, ты в нее попался. Давайте начнем вечеринку. Леди и маньяки, я прошу прощения, что прервал ваше развлечение. Я хотел бы поубивать всех охранников, сесть и смотреть мультики, но ты же знаешь, как я люблю пленников. Ну, понятно. Мышцы, я предупреждаю. Впервые черные ворота новенькие. Приговором 752 года. Динь-динь-динь. 752 года, что? Это порой Джокер какую-то херню вообще несет. Двух ног влетел. Уебало его. Система зависла. Мы застряли. Джокер взял под управление ворота безопасности. Я найду выход, Гордон. Свяжитесь с Варденом. Расскажите, что все здесь произошло. Я еще вернусь. Не обещай того, чего не сможешь сделать, Бэс. Я контролирую здесь все. Если захочу, ты никуда не сможешь выйти. Ты понимаешь, о чем я? Если ты думаешь, что можешь уйти, бла-бла-бла, ты говоришь как герой, мне нужно, мне, ты мне уже надоел, подойди ко мне. Как зрение включить? Это ловушка. Конечно же. Данные персонажи открыты. Надо как-то, короче говоря, зрение, давай-ка управление глянем. Пум-пум-пум, управление. Клавиатура, так, выбрать гаджеты, наклон, прицел, карта, все что ли? А, это просто действие, вот, использовать гаджеты, да, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Режим детектива на X. Давай поверим. Ну, мне в решетку вот в эту, вот в эту вот. Это понятно. Вот здесь у нас что? Пока ни хрена. Ладно. Этому всему нас будут обучать. Я типа... Тут должен еще ничего не знать. Блин, ну не знаю. Куда? Куда? Туда? Пошли туда. Прицел батаранга. Угу. Надо по черепам, короче, мочить. Это так, просто бонусные очки, короче. Примерно начинаю вспоминать, проходил я ее очень давно. Что тут к чему особо не помню. Я знаю то, что по дурке в основном будем гулять тут. Так, больше ничего такого. Игра довольно-таки, ну, не такая продолжительная, как остальные все части. По-моему, она что-то часов за 8 проходится, не больше. Это ненормальный приносит с собой смерть. Так, стой. А если... Блин, там же тоже какой-то... Ладно, уже поздно. Внимание, охрана уровня B2 отключена.
Подожди. Там, короче, была решетка, которую тоже можно было свернуть. Ну ладно. Туда уже поздно идти. Я думаю, тут почти обучение пока не нужно тут. По каким-то решеткам ползать, какие-то загадки пытаться решить. Пока все для начала очень должно быть просто. Испытание открыто. Интенсивная терапия. Что за чувак? А мне к нему ли или нет? Подожди. Если туда сходить. Оракул. Громко и четко, что такое? Джокер сбежал из тюрьмы, он направляется в Аркхем. Нужно что-нибудь. Мой отец там? Комиссар Гордон в безопасности, Джокер немного впереди, буду на связи. Тут, по-моему, дверь зеленым горит. Давай к мужику. Может, у него какой квест возьмем, я не знаю. Либо просто к нему рано еще поговорить. Что случилось? Ну, ебаня. Джокер пришел. Тебе повезло, что ты жив. Наверное, он побежал сюда. Дверь заклинила. Попробуй ее открыть. Нужна помощь Pacification. Повторяю, нужна помощь Pacification. Вы меня слышите? Я с Бэтменом. Алло. Где они? Там внизу нужна помощь. Нет, лучше я сам. Сас на свободе. Он захватил Майкла. Франклин, can you hear me? Франклин, ты меня слышишь? Помощь уже близко. И все? Я думал, это квест какой. Я думаю, он не откроет дверь без меня. Может быть, какие-то гаджеты. Но действия он делает одни и те же. Короче, потыкали в ту сторону. Хотя, стой. Управление воротами. А у меня кроме батаранга ничего нету. Понятно. Каждую игру разоружают Бэтмена. И вот. А вот он вооружается обратно. Нажми на спусковую камеру успокоения пациента. Поговорить с Зак Франклин. Подожди, Зак Франклин. Там еще выше. Понятно. Слава богу, это Зас. Майк у него, он привязал к стулу. Подожди. Нет, он убьет Майка, если увидит, что кто-то пытается подойти. Он не хочет. Чего он не хочет? Убить чувака? Прошу, ты должен спасти его. А, это Зас, короче. Так, а меня сюда не пустят. Все закрыто. Меня сейчас током шиндарахнет, стопудово. А, вот, вот тебе, здрасте. Пошли через дверь тогда, наверное, так? Ну да, вот он тут рисуется. С бомбенкой. Это позорно, как такой пациент, как Виктор, смог уйти. Мы подумаем об этом позже. Он хочет убить стражника, знаешь ли? Он должен убить стражника. Зас схватил моего парня. Он его поджарит. Сделай что-нибудь. Задержи его, я должен пробраться за спину. Так. Я должен подойти ближе. Он может заметить, как я иду, поэтому я буду осторожен. Ну, по логике вещей, мне на горгулью надо забраться.
используя режим детектива для поиска интерактивных объектов окружения. Теперь это работает. Давай, вот сюда. Удар в воздухе. Ну-ка, а вот если отсюда, тоже удар в воздухе будет? Да, тоже удар. Ну давай. Zaz is down, but not for long. Got to get close and take it. И вырубаем. В принципе, управление то же самое. По кнопкам один в один почти. Кто-то запер там что-то такое. Ты меня слышишь? Эта штука работает? Ой, эй, Бэтмен, это Харли Квинн. Как тебе новая моя форма? Горячая штучка, да? И мне есть кое-что для тебя показать. Секундочку, Бэтмен. У меня тут старичок дергается. Старина Шарпи чрезвычайно доволен. Если ты еще не понял, сегодня у Джокера большое возвращение домой. И ты его почетный гость. У тебя есть шанс сдаться, Квинн. Соблазнительно, но, увы, теперь больницы управляют его обитатели. Но технически это головорезы Джокера, доставленные из черных ворот. Но ты попадал мне идею. Ну пока. Yes, понятно. Oracle, I'm here. Приют Асум, что-то там. Он управляет системой охраны. Скорее всего, он отделил ее от решетки. Это еще не все, что он сделал. Все данные полиции говорят о том, что он заложил бомбы в Готэме. Он взорвет, если кто-либо шагнет за остров Арком. Она сейчас неактивна, но история может начаться в любой момент. Он врет. Это просто диверсия, чтобы отвлечь людей. Как ты знаешь? Я знаю. Понятно. Комната закрыта, я не могу открыть ворота, здесь мы в ловушке. Да мне, наверное, в решетку стопудово. Подожди, осмотримся просто. О, не зря сбегал. Чё-то, по-моему, тут этих вопросиков где-то около 200. Ну, естественно, все их я собирать не буду. Но они пригодятся для гаджетов, прокачки. Ну, что будет собираться, то будет. Нет таких ренций. Не, ну управление пока тоже. Надеюсь, так и будет. Эй, Бэтмен, нашел выход, просто вы... Бэтмен, я включу тебя в питание. Стив еще заключенный блогейт за бойлером. Кто за ними стоит? О боже, это Джокер, он на свободе. Как ему удалось? Как удалось? Извини, питания нет, проблемы со связью. Это нехорошо, буду пытаться дальше. О, и чувак как раз открылся. Правильно? Ну да. Сейчас глядишь? Во, обеззараживание. Скоро, по идее, должен левел открыться, другой. Да что там, всех потравили уже. Можно не торопиться. Джокер токсин. Слушай, комната завалена газом. Заполнена газом. Ты собираешься пойти туда и помочь? Ну, как бы да. Захват чего? А, вон туда нужно. Ну, я посмотрим, как туда добраться можно. О, вот и решеточка. Подожди, ну ладно. Ты думал, что там что-то есть прям на виду? Я бы заметил. Да. Пошли чуваков, короче, спасать. Но это не простой способ убежать. Джокер все предусмотрел. Да он давненько уже тут в больнице-то обосновался, получается. Так, а как эту штуку забрать?
Надо через низ. Все будет хорошо, будь здесь. Так, учат пока, в принципе, только основам управления. Бежать и прыгнуть и подобные штуки. Вот как-то там, через низ можно попасть. Так, все загазовано, походу, да? Стив пытался добраться до управления вентиляторами, очистить комнату. И чё? Прошу, ты должен помочь Стиву, он больше не может держаться. Стив пытался... Ага, повторяю. Ну, значит, туда. Чё, чувак, как висишь? Я ищу животное, которое сделало это. Бэтмен, система вентиляции. Стив попытался добраться до панели управления в конце комнаты. Ага, ну уже понятнее. Я думал, куда скакать-то? Главное вниз не свалиться. Я не верю, что он оставил меня, этот сукин... Тут даже его, короче, кореша тут получается. Висят. Режим детектива, так. Контроль экстрактора. Это контрольная точка извлечения. Заряженный батаранг. Заряженный батаранг сможет ее запустить. Ну, давай простым сначала саданем. Этого достаточно. Я думал, надо его электричеством зарядить сначала. Но нет. Достаточно все сломать, чтобы все заработало. Парадокс, да? Внимание, частота воздуха на нормальном уровне. Все, теперь можно вниз. Пуля жжем. Разрешен доступ к комнате дезинфекции. Давай, Бэтмен, вперед, у Джокера нет шансов. Да все, одна челюха тут бегала, да? Так, у нас вон там где-то знак вопроса. Здесь скорее... Нет, открыто тоже. Вот там вот знак вопроса, который надо как-то открыть. Но... Меня электричество не пустит. О, теперь пустит. Да ладно. Управление воротами. Разработан интернет-дэн. Контрольные пункты. Значит, надо в другом. По-другому как-то. Может, электрический перегруз, может быть, надо какой сделать. Ладно, и хер бы с ним. Может, как-нибудь потом удастся сюда вернуться? Нет, так нет. Ничего там страшного не вижу. У них ванна, что ли, местная? Они типа за пояс цепляют чувака и на лебедке опускают помыться. Как это работает? Тут, наверное, в очко эту штуку вставляют. Щипцы. Вот, еще челюк. Странно, они как-то ловятся в этот прицел. Ну, а если в этот, вот сюда вот долбанул. И работает. Чего же ты ждешь? Я уже достаточно близко. Погоди. Мне же надо все посмотреть повнимательнее. Помало. Ну вот не зря же сюда тоже можно подняться. В этом что-то есть. Ну давай. Это надо крюком стаскивать. Не будет сейчас работать.
Кстати, по-моему, ребята гораздо быстрее выщелкиваются, чем Warrior. Хотя, по идее, это начало игры только. Так, погоди. Где начало у нас тут? Коридора это. Он же разделяется на две части. Вот тут у нас что? Угу. Электричество. Куда меня не пустят? Ну, тогда я трогаю, что идем по стрелочке. Что тебя так задержало? Тебе не уйти, Джокер. Я найду тебя. Я на это рассчитывал, но не сейчас. Крок, да? О, нет, это не крок. Он большой. Первый босс. Какой-то мудак с расчесами. Угу, я понял. Давай, ну заходим. Я не успел почему-то отпрыгнуть. Это вот так делается. Он какой-то странный. И все, да? Это было неожиданно, не так ли? Ладно, заметка для себя. Нужно объекты покрепче. Учитывая, какую щедрость я ощущаю, я отдам тебе это бесплатно. Прикончи меня, умоляю. Покончи это, нажми рычаг и останови меня раз и навсегда. Предсказуемый мышка. Я бы остался и поболтал, но мне нужно организовать вечеринку. У меня тут куча гостей летает по всему Архаму. Вот увидишь. Ну, боссов явно будет несколько. Где-то штук 5-7. Я помню, что будет ядовитый плющ, это точно. Скорей, дойди сюда. Чего там? Ух, 5 тонны информации просто. Поздравляю, ты открыл улучшение от Вейнтех. Вейнтех. Ну ладно. Заполняй шкалу опыта для получения костюма и приобретения навыков. Выбери свое улучшение из выбора экрана Вейнтех. Дальше. Особо комбросок. А это вот все нельзя? Параамидные волокна армейского образца, встроенные в грудную пластину костюма, обеспечивают лучшую защиту от атак. Да. Боевку-то мы попозже немножко качнем, это ничего страшного в этом нет, а вот... Броня-то пошибче пригодится. Вот пиздок не получать раньше времени. Да-да, я иду. И этот трофей еще загадочненько, когда пизды получал, заметил. Ну и рожи у них. Они пришли из ниоткуда. Я затащил сюда двери, активировал ворота. Все прошло. Джокер прошел через эту дверь. Что там находится? Это экстремальная изоляция. Единственный путь через систему транспорта. Открывай. Не проблема, нужно позвонить в другую комнату. Здесь что-то не так. Главный узел безопасности. Че? У тебя там небольшие неприятности? Джокер,
Возможно, ты ожидал двуликого. Тебе не уйти, Джокер. Глупая мышь, я не хочу убегать, я слишком хорошо развлекаюсь. Даже ты здесь, чтобы обеспечить мне улыбку. Недолго. Правда? Посмотрим. Ага. Ох, я забыл сказать. На случай, если ты планируешь преследовать меня, у меня есть небольшая страховка. Гордон как раз сейчас направляется к Харли. Офицер Боулс. Если ты попытаешься следовать за мной, он умрет. Харли ждет этого с нетерпением. Возможно, это я это запишу и выложу в интернет. Джокер, Китарюга. Освободи комиссара Гордона. Гордона. Я не знаю, что читать. То ли цели, блядь, активные, то ли... Найди и проанализируй камеры заключения в поиске улик. Это назад надо, да? Понятно. Так, ну ладно, потыкали типа назад, если я не ошибаюсь. Бэтмен, что происходит? Джокер сбежал, ему удалось освободиться. У него твой отец. Не волнуйся, я его верну. Да, я знаю. Оракл, я верну его. Джокер не победит. Я ему не позволю. Начинаю там, где его взяли. Охранник по имени Фрэнк Боллс напал на него. Если найдем Фрэнка... Брюс, скорее прошу. Так. Это понятно. Карта. Короче, если отсюда сразу двинуть направо, то я буду на месте. Ой, налево. Теперь это открыто. Пока типа не надо ничего выдумывать, просто игра сама по себе тебе путь открывает. Ладно, тут ни хрена. Зачем тогда эту комнату сделали, непонятно. Он один выхлопнулся, а второй ни хрена. Добивание что-то не сработало. Но они и так нормально кладутся. Ничего страшного. Я пришел вот отсюда. Вот этот что за чувак? Он подозрительно тут лежит. Тут, скорее всего, все закрыто, да? Подожди, посмотрим, что там все-таки есть. Включение, то, что я сюда пришел. Ладно, полупим челюки пока. Ну и все. Это можно расхерачить? Нет, все закрыто. Тогда туда. В этой части много придется по подобным коридорчикам побегать. Камера заключения. Оракул, я в темницах, я подготавливаю сцену преступления. Каков наш план? Изолировать что-то в комнате? Кто? Именно. Понятно. Режим детектива. А какие улики надо сканировать? Чем мы ищем-то вообще? Боулс уронил свою фляжку, черт. Посмотрим, что здесь нам покажет. Бухлишка. Я слышал в воздухе запах перегара от бурбона.
Оракул, я напал на след. Отлично, следуй по нему, я соберу все возможные подсказки на Архам. Они могут пригодиться позже. Отследи перемещение Гордона, следуя по следу Виски Болса. Подожди. А как это сделать? На пробел? Нет. Ну и чё? Ну вот я вот увидел эту херню. Теперь вторая. А. То пускают, то не пускают, они бы хоть определились. Но эта штука вряд ли работает, да? Да. Пошли по запаху. Тостер. Запахи нельзя слышать, а звуки чувствовать, глупышка Бэтмен. Ничего. Я думаю, он переживет этот момент. Сейчас идем по бухлу. На упырь. Хорошие игры. Ну да. Серия Arkham, она прикольная. Привет, новый. Это кто? О, я дошел, похоже. Глупо, ненадежно. Как Джокер освободился? Потише, что происходит? Ай-яй-яй, Бэтмен. Мистер Джей не хочет, чтобы ты следовал за ним. Неплохо. Хорошая игра. Да, спасибо. Как тебе это нравится, Бэтмен? Теперь ты не будешь следить за нами. Ты будешь сидеть здесь, пока я А, господин Джокер, приготовимся. Я как я должен это прочитать? Гордона забрали вверх на поверхность в лифте. Если я хочу последовать за ним, мне нужно сделать... Что тут делать-то? Я сделал это. Там, кто еще? Я сказал им, он монстр, они должны поджарить его. Спокойно, я его остановлю. Зачем мне иногда надо, ну, периодически с каждым человеком разговаривать? Нахрена, если они никакой полезной информации не говорят? Да наверняка мне вот в эту дверь. Че тут придумывать? Сюда тупо гол. Сейчас будем ползать и так далее. Я там ничего не помню. Вот эти штуки тоже надо собирать. Зовите меня Харли, как остальные. Я удивлен, что вы хотите пройти галактику. Понятно. Треп этот слушать. Там типа у них берут в дурки интервью, короче. И они что-то всякую дичь, короче, молотят. Никакой полезной информации эти аудиозаписи не несут, просто бред сумасшедший. Не более того. Так. Ну, давай попробуем сюда раз. О, вот аж куда надо. Наверное. Что мне это дает? А нахрена я сюда приперся? По заданию отследи перемещение Гордона. Судя... А снова мы по бухлу что ли идем? Хотя нет. Я оттуда пришел.
Интересно. Оттуда я пришел. Вот прямо отсюда я пришел. О, наконец-то. Эй, крысы, я знаю, что вы слышите. Я должен сказать вам кое-что интересное. Арли и Франк почти вышли из здания вместе со стариком. Как же они собираются пробраться мимо этих всех стражников? Послушаем, правда? Под Джокера на пути один человек. Они идут со стороны переднего входа в приют. Я должен не дать им пробраться. Черт, давай, все. Похер, короче. Бесполезные практически диалоги. Кстати, тут трещат побольше, чем в Origin, по-моему. Так, я не буду этот треп пока читать. Так, да, вот сюда. Я пока просто спокойненько покарабкаюсь. А тут что-то как-то зачистили с диалогами, плюс еще какая-то информация каждые 3 секунды прилетает. Ну, типа такого. Так, смотрим. Рун-рун-рун-рун. Ну, тут никак. Блин, я не знаю, я отсюда пришел, походу. Надо еще выше забираться. Может быть тут как-то может? Нет. Тут тоже. О. Warning. Multiple security breaches on level B4. Держи сканер. Давай. Используй анализ окружения для расшифровки зашифрованных символов. Ясно. Побочные активности, короче, да. Тут жучков собери, там пленочки набери всякой. Погнали мочить, короче. Все-таки Бэтмен чуть шустрее двигается, как мне кажется, просто. Бэтмен, как дела? Ты нашел отца? Еще нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась меня остановить. Она бросила на меня лифт. И что? Ничего, я вернусь к тебе после того, как дойду до конца. Чего, блядь, какого конца? Ну тут, естественно, все закрыто будет. Надо просто, как обычно, херачить в решетку. Отрывай! Ох, ебать, вышло. Ништяк.
Нажми режим детектива. И чё? Оракул, люди Джокера захватили контроль над коридором тюремного блока. Это плохо. Я слушал рации стражников, похоже, его команда Джокера. Я настроил режим просмотра для того, чтобы выделить вооруженного бандита. Прямой контакт с самоубийством. Нужно быть хитрым, найти другой способ. Куда можно забраться? Вот тут. Тоже мне хитрый способ. Интересно, что в дурке делают горгульи на потолке? Ну, крути ему башку. А, он его задушил по-тихому. Норм. Ну, хотя бы он никого не убивает, он просто его придавил, короче, как гусенка. Этот хер сраный вырубился просто. Ну, по крайней мере, мое предположение, что он нажимал на сонную артерию куда-нибудь, чтобы вырубить. Улучшить. Вот это вот что такое? Такие батаранги. Такая дичь. Ну давай комбо, наверное, да? Что это что такое? Обратный заход позволяет Бэтмену устремляться вниз и хватать противников, когда они проходят под горгульями, заставляя их паниковать. Да. Странно, почему по умолчанию эта способность не активирована. Ну ладно. Куда идти вообще? Не проблема, босс. Парни уже заканчивают. Аркхамские болваны, что-то там. Хорошо, наш любезный сосед Горизон уже в пути. Мы должны устроить ловушку, но он не должен покинуть это здание. Да что он разговаривает? Надо помешать. Погнали сюда. Сейчас, естественно, пока за каждый чих будут давать ачивки, там, очки всякие и так далее. Всегда удивляло, как он такие толстые металлические прутья ножулькой аккуратно мнет просто. Так, одного придавили. Он там второй. Сейчас по-тихому. По-тихому. Потом можно на горгулью съебаться. Маленько того самого его. Еще минус один. Че, их только трое? А чё так немного? Я уже привык там, что человек по 5 минимум разваливает. Ладно. Мы сейчас вон туда сиганем. Гули его и утащим. Кстати, там Фредди Бухлайч находится. Джокер хочет, чтобы вы его нашли. Иди вам, Бэтмен. Ага, еще трое. Ну давай потаскаем их сверху. Только надо куда-то свалить, я думаю. О. Так, где у нас? Блять, не успел. Давай этого утащим. Че, он пройдет мимо нас? Мы его подрежем. А,
Ёпта, ну давай быстрее, чувак. Go to it, boys! Drag that back down with the rest of us crazies! Можно было бы прям с горгульи ему семечек насыпать, чтобы он-то пошел туда клевать, короче, а ты его схватываешь. Что-то тут вообще не активный, походу. Давай этого возьмем. Что-то они все стоят, но как-то не там. Во, давай, давай, иди ко мне сюда. Не хочет. Ладно. I'm reasonably sure there's no truth to the rumor Batman drinks human blood. At least I don't think so. Ну раз так. Подсумим немножко. Пусть подойдут. Они же так же стопудово, как и в предыдущих частях по скрипту, должны к своему этому бежать. Не, походу они не особо торопятся к нему. Они как бы в панике, но как бы им похуй на кореша. Ладно. Да давай, чё. Ждать, пока они, бля, прям под гагулями пройдут. Это долго. В следующий раз это вряд ли покатит, когда он поднимался, я уже на него полетел. Можно просто ногами тогда в решетку долбануть. Так. Вот там вот какой-то чувак и так далее. Давай-ка мы подберемся. Здесь. Че, не ползет-то? Подняться. Вот здесь вот. Что? А. Это отмечалось вот здесь вот бухло, походу, да. Мне показалось, как будто над картиной что-то горит. Джокер, должно быть, выяснил, как я выслеживаю Гордона. След офицера заканчивается здесь. Решетку надо вскрыть. Вот и все. Ты слышишь меня, Бэтмен? Думаю, слышишь. Да, это я, Эдвард, загадка, шутник и, что более важно, превосходящий тебя по интеллекту. Мой гений позволили мне легко взломать твои... Моя цель проста, ты пройдешь ряд очень забавных испытаний. После этого мы посмотрим. Готов к первому? Хорошо. Осторожно. Не смотри на этот портрет. Не порежься об этот острый на вид портрет. Что это имеется в виду? Ты справился. Хорошо, с этим мог справиться даже ребенок, не говоря уже на самом известном в мире детективе. Странная загадка, просто надо было в режиме детектива посмотреть на карту. Понятно. Как хотите. И все, мне просто сюда. Подожди, а там же вот какая-то хрень была, которую надо было отключить, включить там что-то. Вот здесь. Какая-то решетка открывалась. Вот. Вот это вот, что за пизня? Понятно. Управление воротами, которые не работают. Да и все, в принципе. Я думаю, тут больше ни хрена нету. Чтоб сомневался.
И какие... Куда... Чё... Куда идти-то? Я потерялся. Наверное, сюда. Нет, не сюда. А где чувак-то дверь открыл мне? О. Нашелся. Здорово, лысый. Это была бойня. Волс пришел и сказал всем укрыть передний вход. Он сказал, что что-то из армии Джокера. Двое парней пошли к выходу, и Фрэнк застрелил их на месте. Болз был один. Я думал, что он потом... Что да, но потом он увидел Арбекин. Она была окружена заключенными черных ворот. Они убивали там что-то там. У меня не было шансов. Я закрыл дверь, я видел это на системе безопасности. С ними кто-то был. Он был похож на комиссара. Болс мертв, они продолжили без него, они справлялись с его незаменимостью. Он был негодяем. Маленькие субтитры, тяжеловато читать, иногда еще с ошибками написаны. Я посмотрю за Марией, обещаю. И еще они иногда очень быстро исчезают. Ладно, смотри за мужиком, я пошел дальше. Ты не знаешь Джека из Готэма, настройся, чтобы выяснить. Что бы это имело в виду? Угу. Но у меня никаких гаджетов нету. Я бы сюда прошел с помощью взрыва. Ладно. Херачим дальше. Ну это как в Metroid 2, короче говоря, получаешь оружие, сможешь спокойно перемещаться дальше. Просим прощения за прерывание нашей обычной радиопередачи. Джек Райдер с горячими новостями из района. Джек Райдер с горячими новостями из бухты Готэм. Так, ладно, хрен бы с ним, пошли просто вот. Я еще новости, блядь, не читал. Все, хорошо. Нихер тут делать. Постоянно какие-то субтитры летят, и в основном бесполезные. Как бы. Не вижу смысла много их прочитывать, прям все. Это что такое? Кстати, довольно часто тут сделана вот эта вот фигня с канализацией, то что он ползает тудым-сюдым. Все, мы наконец-то выбрались наружу. В открытый, так сказать, ну, почти открытый мир. Пусть он небольшой, но он есть. Здрасте. Мухи летают. Вот, короче говоря, у нас получается типа хаб локации, типа того. Вот, то в одно здание надо будет зайти, там в часовенку, где-то там вот в круглое здание надо будет забежать, ну и так далее. Вот, перемещение будет. Тут потусить, там потусить. Цель выполнена. Беги из Скайлайн до сильной терапии на поверхность острова. И чё? И чё? Просто, наверное, надо спуститься вниз и все. Странно, почему-то мужики красными не обозначаются. Харли говорит мне, что машина Бэтмена все еще припаркована рядом с зданием интенсивной терапии, а мы ведь не можем позволить ему поймать нас. Каждый бандит, головорец, убийца и воспитанник садика, который не выполняет приказы, должен отправляться туда и нанести все на куски. А, это наши, слушай, это наши все стоят. Этот туннель блокирован, не пройти никому. Не так уж круто. Джокер непредсказуем. Внимание.
Думаешь, он направляется сюда? Зачем мне с ними болтать, я не понимаю. Вопросик. Там причем таких вот вопросиков будет где-то внизу, знаешь, там надо будет пролететь немножко, чтобы взять. Где-то батарангом стрельнуть, ну и так далее. Карта. Куда идти-то вообще? Освободи комиссара Горда. А где он? Где этот мужчина? Подозрительная наружность. Я знаю, пойдем с этими потрещим. Значит, психи совершенно спятили. Тебе нужна помощь? Будь начеку, офицер. Я об этом позабочусь. Но потом я помню, что их всех перебьют, и тут вместо них будут гулять уже конкретные бандиты. Кладбище. Сюда, походу, нельзя. Оракл, отключи систему противодействия Бэтмобиля. Я видел тревогу, чтобы что-то не так. Я снаружи сомника Архам. Харли Квинбер вероятно включила тревогу. Если она все еще держит при себе Гордона, он мог пострадать. Ладно, хорошо. Бэтмобиль все еще припакован рядом со зданием интенсивной терапии на севере Архама. Я отправила тебе планы и для всего острова. Ага. Зашити Бэтмобиль. Освободи Гордон. Зашиты. Шити, шити. Зашити. Ну пойдем зашитим. Стой, менеджер. Не просто же так меня сюда запретили идти. Я думаю, где-то что-то есть. Может, кого-нибудь выкопать надо? Тоже народ. Короче, с охранниками пока нет резона прям разговаривать. Угу. Получается, вот сюда надо идти куда-то. Чтобы зашитить. Ну да. Вот там, по-моему, что-то. Что-то есть. Поверить не могу. Они убили Джексона. Оставайтесь со своим коллегой. Я покончу с этим. Конечно, интеллектуально у них тут в основном беседа. Да ёб твою мать, вы чё, пидор? Дурные, что ли? Бля, надо было прямо оттуда прыгать. Ну ладно. Ишь-то какие. Ну, по-моему, здесь он гораздо тише делает бесшумное убийство, чем в предыдущем Origin. В Origin, когда ты делаешь бесшумное убийство, тебя чаще всего могли заметить, если на тебя смотрят. Ну, по-моему, оно получше это дело работает. А чё мне все жизни не восстановили? Заебись. Тру-ля-ля и тра-ля-ля. Видели это? А ты это видишь? Чего видишь? Какой тру-ля-ля? Что-то куда-то зыркнуть надо, чтобы тру-ля-ля увидеть. Ладно. Короче, в очко. Ты
А, так они мою машину мудохают, а я-то думаю, что тут за кипиш какой-то. Вам пизда, ребят. Взяли мне тачку по коце. Нор, зашити. Зашипил мне Бэтмобиль. В кабине Бэтмобиля находится запас взрывчатого газа. Мне это надо. Блять. Ну короче, походу кто-то кривожопый, блять, писал тут субтитры. Мне это надо. Взрывчатый гель. Да. Вот тебе, пожалуйста. Харли разбила машину. Кажется, там произошла стычка. Мне нужно обыскать местность рядом с Бэтмобилем. Там могут быть улики. Давай посмотрим. Хотя я не буду читать. Ну, скорее всего, на самой тачке должно быть что-то. Нет. Рядом с чуваком. Тоже нет. О, странно, это трубка Гордона, ему дала его Барбара. Он бы ни за что ее не потерял. Посмотрим. Гордон's favorite tobacco. Gordon's smarter than he looks. Left me a trail to follow. Найди Гордона. I found a pipe. It has your father's initials carved on it. It was a birthday gift I gave him last year. Трубку он нашел, говорит, по запаху пройди. Exactly. He's left me a trail to follow. Посмотрим. He's alive, Barbara. Надо еще раз. Don't you forget. Тыкворез. Доброго времени суток и лайкос, дружище. Здорово, тыкворез. Так, два следа. Вот тут один, третий. Такое ощущение, что он, короче, этот, как его, кисет. По-моему, так эта штука называлась, которая раньше табачок таскали для понюшек. Короче, он сумочку для табака, такое ощущение, порвал и сыпал потихоньку. Вот сейчас мы как раз и забацаем взрывчатый гель. Нанести. Приготовить. Взрывать. Ну, хотя бы здесь он работает как надо. Спасибо, надеюсь, глюков не будет. Доступно новое улучшение. Уже? Разве доступно улучшение? Давай попробуем. Нет, недоступно улучшение. Стой. Стой, стой, стой. Если здесь была какая-то пижня с взрывчатым гелем, возможно, есть что-то и полезное на предмет вопросика. Залепи ты дуло, блин, трещотка. I can't see any tobacco clumps. I'm going to have to retrace my steps and pick the trail back up. Какую-то херню. Ладно, все, пошли туда. Секретики можно и потом так отдельно поискать. По идее, лучше да, этим заниматься, когда все оружие на руках. Какой-то тоже секрет, но я его что-то в упор не вижу. Где он тут может быть? Что-то где-то заныкано.
Так, давай-ка мы сразу наверх. Там потому что кто-то стреляет, по-моему. Они, наверное, за поворотом. Не, они еще дальше. Не, ну слушай, тут еще до хрена зданий. Здорово, мужики. Соберется бог помощь. Мужчины работали, работали, подошел, он ебало разбил просто так. Это Джокер, напоминаю, я за всеми вами слежу. Куда идти-то? Так. Вон они, следы табачка-то. Как же там сказка была, блин, про Гретту, по-моему. Не помню как. Короче, пацан с девкой. Их типа ведьма утащила, и они... Чтобы их нашли, следы оставляли с помощью конфет. Типа, национальная американская байка. Здорово, мужик, чё, очкуешься? Что происходит? Сумасшедший идут к зданию больницы. Что делает Джокер? Он пытается постепенно захватить остров. Похоже, это что больница его следующая цель. Кто-нибудь вышел из здания? Я видел, как доктор пытался выйти, его разорвали и бросили в воду. У него не было шанса. Здесь, я скоро вернусь. Я не знаю, есть ли смысл вообще с каждым вот так подходить, здороваться. Но по этому поводу может какой-то скрипт сработать. А херачить нам нужно явно не сюда. Давай наверху глянем просто, есть ли там что. Понятно. Тут надо глушилки какие-нибудь отключать и так далее. Пошли, короче, пошли по следу. Везде заставит игра по-любому побывать, так что. На самый верх, короче, нам. Разъебем, да, я думаю, шайку-лейку сначала, потом туда идем. К тому же она что-то вообще быстро ушатывает. Не надо 10 тысяч лет с каждым убогаться. На изи, короче, пока. Норм, чё? Если вот этот лифт поднять, короче, то там вопросик будет. А поднять мы его сможем, да, с помощью, наверное, вот этой электрической пушки, которая попозже у нас будет. Так, ну следы ведут куда? Следы вот они. Все, заходим. Карли Квин сидит, но мне до нее не дойти. Эй, Скрам Бэтс. Это мое время. Где Гордон? Зачем тебя знать? Я здесь. Заткнись. Ах ты сука. Карли. Тихо, тихо. Я посмотреть хотел. Что здесь происходит? Слишком рано. Прости, толстяк. Не сердись на меня.
маленькая шлюха. Я не могу на тебя сердиться. Какие милые отношения. Прости, Бэймен. Ты должен найти другой путь. А теперь прощай. Эти ворота пройти невозможно. Надо искать другой путь. Здорово, но тут вот, допустим, с этого коридора никак вообще не пройти. Гордон вот прямо рядышком сидит. Ну, скорее всего, надо будет обходить по вентиляции какой-нибудь, что-то в этом роде. Попробуем, наверное, сейчас как раз через крышу сигануть. Идеальный альтернативный маршрут — медицинский комплекс. Так. Это мне ничего не даст. Так это и есть медицинский комплекс. Найти альтернативный маршрут — медицинский комплекс. Да, наверное, через крышу. Но не через подвал же. Бэтмен у нас по крышам шароебится. Он не как черепаха. Ну, ниндзя, который. Так, тут никак. Слушай, походу черепаха. Для поиска конструкции слабости. Ну понятно, ищите, короче, с помощью детективного зрения место, где можно взорвать и пройти. Не, ну значит это... Значит, получается, где-то здесь можно взорвать. И я на крыше. Мне бы такую подсказку другую не давали. О, нашлось. Некстов, привет. Здорово, Некст. Пока такой ручный гель, короче, и бутаран, больше ни хрена нету. Бум. Я с ним нахрена ты еще это делаешь? Взорвать. Очень странно. Я сейчас нажал, чтобы... Опять 25. Опять он эту херню свою крутит, короче. Я не знаю, может быть, с мышкой что-то. Почему игра так постоянно видит этот момент? Как будто я осматриваю оружие. Взорвать, ну, я вот, не знаю, я на колесико жмакаю, хер знает сколько раз. Как обычно, надо подождать, раз 10-го сработает. А Джокер вообще не затыкается. Некстов, давно я не заходил к тебе на стримы, подписчиков у тебя много стало. Ну да, наверное. Не обращай внимания на цифру. Это всего лишь цифра. Блин, эта херня сработает? Вот четко жму на центр колесика, но нихуя. Падла. Че мне твой батаран? Раза с 15-го сработало, бля. Странно, как они так делают именно вот этот момент со взрыванием? Надеюсь, это на боссах не пригодится. Так, ну тут ничего подобного. Надо как-то туда побраться.
Но это просто так не делать явно не дадут. Единственное, что я вижу, так это вот решетка. А вот здесь, чтобы до вопроса дойти, это, наверное, какой-то другой путь нужен. Сюда явно не забраться. Ладно, давай тогда, короче, к решетке. Может, потом что-то найдется. Что-то ребит у меня в глазах от этого бэтменовского зрения. Не, ну слушай, я походу как раз к вопросу этому иду. Он там, внизу, вот под этой решеткой. Скорее всего, мне прямо, но вот давайте мы тут сюда сбегаем. Чё же вопросик-то халявный не взять? О, пожалуйста. Надеюсь, мне опыт не помешает. Все, уровень прокачан. Улучшение. Давай, наверное, еще мы качнем немного брони. Меньше получать по щам, это прикольно. Потому что пока там эти враги не очень сложные, и там их немного, и они разваливаются с одного тыка, а потом-то начнется гораздо посерьезнее. Итак, свежие новости, кто не выберется отсюда живым, что-то там бла-бла-бла. Зачем ему нужны врачи? Я должен спасти их. Если я пойду направо, то получается, я выйду вон с той решетки. Если налево, тогда хер знает откуда. Некстов, у меня раньше в глазах рябило, когда много играл в ПК или телефон. Нет, тут видишь, просто когда подсветку включаешь, и много серого, короче говоря, появляется, и поэтому что-то как-то напрягает немножко зрение. Вот, сейчас мы его утащим. Обратный захват. Это надо вообще посмотреть, сколько их. Так, 1, 2, 3, 4. Мы их, пожалуй, где-нибудь вот здесь подождем. Или вот здесь лишь. Вот. Блин, надо было чуть-чуть пораньше. Вот этого можно в воздухе долбануть. Они не заметят. Добивание. Сразу наверх. Отключаем зрение. Они гуськом просто, как идиоты, носятся. Ах ты, падла. Так, значит, все-таки они меня палят на горгульях, да? Надо посмотреть какую-нибудь такую способность, чтобы они меня не видели на них. Вот этого было в тему бы утащить. Да, и сразу валим на другую горгулью. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Подождем. Сейчас они подрассосутся. У нас получается вот этот вот пойдет, скорее всего, где-то вот под этой горгульей. Давай, иди сюда. О. А того просто можно ударом в воздухе захерачить. Ничего страшного. Хотя и этого тоже можно замочить. Давай подождем, попробуем его просто по стелсу. Если спускаться будет, тогда удар будет. О, норм. Тащи. За стелс больше очков дают.
Все, ну этот будет там внизу ходить, бояться. Мы его так замочим. Привет, в доме есть доктор? Жалко. У нас здесь куча раненых припасти, которым нужна медицинская помощь. По-моему, еще кто-то бежит. Комната чиста, ты в безопасности. И все, да? Никого не будет. Я уже приготовился еще одну волну какую-нибудь мочить. Но, увы, Бэтмен. Че Бэтмен? Кто? Кто меня зовет? Я за Бэтмена. Я так понимаю, угу. Не к этой бабе. Кто такая? Чьих будешь? Рыжая. Ебать, у нее шары вообще. Я не знаю, что произошло. Мы только начали наш вечерний обход, как вдруг вооруженные головорезы ворвались в комнату. С ними кто-то был? Они взяли кого-то в лифт, не могу сказать кого. Очевидно, они не хотели, чтобы за ними следили. Получается, что лифт был обесточен. С тобой все будет в порядке. Мы спасаемся. А что с остальными? Мы слышали, как стреляли. Их могли убить, надо помочь им. Ох, я и забыла. Доктор Келлерман находилась в осмотровом кабинете, а доктор Чен где-то в другом месте. Доктор Янг, Чен, короче, понятно. Оставайтесь на месте, я буду других врачей искать. Тут еще проблема с окончаниями, точнее, с определением мужского женского рода. Оракул говорит то, что от лица мужского персонажа, то есть она не говорит про себя как женский род. И тут женщина тоже, вот эта вот врачиха говорила то, что я нашел и так далее. Ну, ладно. Такие вот субтитры. Ладно, давайте, наверное, перекурчик, да, 3 минутки устроим, как раз середина примерно стрима. Сейчас подойду. We'll be right back.
Так, ну что, поехали. Новая цель. Найти, освободить доктора Келлермана. И доктора Чена. Так, кто где? Угу. Надо в лифт топать. Три доктора. Ну, пойдем. Дверь заперта. Я думал, лифт надо. Это морг. Не, возможно, там какую-то плюшку мне дадут, и типа через решетку я потом с помощью бэткок тебе помогу. Попаду. Не будем это прослушивать. Тогда погнали вниз, по-моему, да? Они тут, тут проход у них. Слушай, а может быть лифт вот здесь? Просто ниже этажом? Нет, тут душевые. Ну как же, челюхи-то не разъебать. 50 очков. 150. Халява, сэр. О, а тут у нас загадочка. Когда это срабатывает нормально? Так. Угу. Да, но я сейчас просто внизу выйду. Помещения соединены между собой. Вентиляции. Серега Зе, всем привет. Здорово еще раз, Серега. Так, ну что, тогда... Тогда только сюда и остается идти. Как лифт открыть, я пока не в курсе. Не в курсе, пошли сюда. Опять же, вверх или вниз? Пойдем прямо. Да, наверное, если по зеленой линии идти, но у них же в больнице в США отмечается, типа, идешь по одной линии, ты в хирургию попадаешь. Идешь там в другое, там у тебя хвост, не знаю, стоматолог какой-нибудь. По зеленой пойдем. Опять всякие бесполезные диалоги. Угу. Чуваков вижу. А давай батарангами. Оп-оп. Вот так. Ну такое себе, эти батаранги. Буквально по два раза их хватает, чтобы их заебить. Пока ничего сложного, серьезно, в врагах не вижу. Все это очень быстро проходится. По-моему, Оригон чуть посложнее был. Угу. Тут у нас первый врач. И если я вломлюсь, они ее сразу захерачат. Давай наверх. Сверху я не смогу спрыгнуть. Может быть, взорвать стену получится подойти к ним. Вот таким вот образом. Блин, ну тогда еще трое ее замочат просто. Бля, как их выманить отсюда? Давай посмотрим, может что-то где-то отключить можно, и они тогда выйдут. Заебись, я даже не шумел.
Монеты запаниковали, и доктор Ян была убита. Нанеси взрывчатый гель на обе стены перед детонацией, чтобы сразу уничтожить всех бандитов. Ну, тогда понятно. Это вот как надо было делать. С двух сторон, короче, гель наносишь. Короче, первый, потом второй. Вот тут. И типа их взрывом убивает. Дело в шляпе, как говорится. Ну вот и все. Все равно эти первые миссии, они это естественно как обучение. Ну тут чувака в текстурах за это заглючило. Так, окей. Ну и что? Что происходит? Они говорили, как будто были в управлении. Правда, что Джокер сбежал? К сожалению, да. Но ненадолго. Я изучала дело Джокера много месяцев, когда он сбежал. Плохая реклама повлияет на кампанию выборов мэра. Что будет наименьшее, что боже... Блять, тут, правда, двинутые диалоги. Как можно это пропустить? Все. Короче, говорит, не волнуйтесь, все будет бенч. Так, возвращаемся. Теперь идем по красной линии. Одного, короче, доктора спасли. Что это за хрень? Погоди. Наверное, эта штука могла бы взорваться, если бы я к ней близко подошел. Теперь идем на красное. Или на синее. Тут две почему. Ну, по логике вещей, значит, тут я двоих могу спасти. Еще вентиляция. Угу, я тут был, понятно. По линии узнал. Красный. Возможно, сокращенный путь. Да. Скорее всего. Ладно, пойдем сюда. Все равно так или иначе надо будет всех спасать. Просто при разных обстоятельствах. Слухи утверждают, что Томми Эллиот действует в Архиве. Наверное, надо поближе, да, подойти к этому чуваку. Ватман говорит, замолчи ты, безопасности. Это ловушка, я знаю, только не для меня. Правда, ты лучший детектив во всем мире. Как тебе это удалось, Бэтс? Что удалось? Эх, это было словно сложно. Где у парня? Посмотрим, выдержит ли он удар по лицу. Там какую-то коробочку чувак отковырил. Хотел меня убить этой коробкой, сука. Побольше сыпят. Ну, норм. По-моему, только одну подачу пропустил, и все. Спаси Чена. Прости, я хотел сказать тебе, я не мог говорить. Расслабься, все хорошо, я умею общаться с головорезами. Короче, спасли азиата. У нас из секретиков есть какие?
Давай туда заберемся. Вдруг чего? Угу. Это надо вот этой штукой открывать. Электрической, скорее всего. Ну, ок, понятно. Пошли туда. Remember, a happy patient is a quiet patient. Точно. Надо было шмалять по ней. Там еще третья челюха где-то бегает. Вот. А теперь топаем, короче, на синюю или по синей линии. Это вот сюда. По идее, она должна меня там, где лифт, этот чувак, короче, привести. Это Бэт? Да ладно, ёпта. А вообще, без проблем просто. Каждый ушатывается. Здорово. Так, на того я не успею вырубить. Норм. Что случилось? В больнице тревога. Я услышал чьи-то крики и нашел доктора, лежащего на полу. Когда я побежал на помощь, комната была наполнена газом. Эти двери закрыты. Мы не можем выбраться. Смело. Давайте похлопаем Кэшу. Он мог использовать его. Ладно, опять шуточки какие-то странные. Дверь закрыта, но мне туда. Что-то пока не совсем понятно, как загадки вот эти решать. Она была возле картины, как бы, она норму решала. Ну, просто надо было на нее посмотреть. Но что дальше от меня требуется, я так и не понимаю. Главное, загадки эти выскакивают. Но обычный просмотр на эту тему не помогает. Посмотрим. Может быть, что-то надо делать? Хотя давай вниз спустимся. Попробуем вот так вот. Быстро нажать MX. Нихера. Это не так работает. Постоянно выставляют по этим, блин, носиться по канализации. По вентиляции. Вообще. Какой-то чувак болтается на веревочке. Угу. Это надо запустить. Нам туда. С планированием. Понятно. Используйте для анализа окружения. А на планировании, короче, он не долетает. Как добраться-то? Я вот вижу, где эта хрень, но мне от не, отсюда в нее не попасть. Хотя, вот да, вон, все на попадает. Ну, по логике вещей, сейчас должны охранники еще прибежать. А, ни хрена. Я, короче, таким образом только... одну очистил. Давай вторую челюху долбанем, пока в поле зрения. Я, короче, только часть очистил. Теперь надо нижние вентиляторы как-то запустить. Ты что делаешь-то? Угу. Да, посмотрим. Мега зрением. О, так, так, так. Отсюда мы прыгаем вот сюда. Потом вот сюда, блядь. Костюм у него, кстати, серого цвета теперь. Переоделся, короче говоря, серое.
этого чувака можем вот так его освободить, надо. Ну вот, уже лучше. Я, говорит, не могу дать человеку умереть, я должен выветрить быстрее токсины. Но, камон. Он же убийца. Все. Вернись, докторам в санатории, разыши. Там след табака Гордона. Опять по табаку идем. Я думал, это закончилось уже. Давай заглянем. Может, там какие-то секреты есть. Понятно. Бред, это сивая кобыла, нет смысла слушать. Так, это у нас приведет куда? Я понял, что мне сюда. Куда ты же это должна дверь привести? Не, нихера. Надо тупо назад, вот туда, короче. А как я пришел, так и идем. MR.Toast. До ремонта ля 90 евро. Прям как в нашей русской больнице, тут ремонт, все раздолбано, все грязное, везде все валяется. Обшарпанные стены и так далее. Че это за петух такой? Ну-ка давай ему потихонечку ебучку настреливать. А потом глушим его и в ебло. Какой. Напугали, как говорится, папу хуя. Кстати, скоро левел новый будет. В принципе, прикольно то, что вот эти вот линии сделаны. Ты не запутаешься, куда тебе надо идти. Так, ну что, все вместе, ну. Yes, they're safe now. Все, говорит, хорошо. Батман, у нас опять проблема. Мне нужно обратно в особняк. Все мои записи исследований там. Нельзя, чтобы они попали в руки к Джокеру. Это опасно, доктор. На острове военная зона. У тебя ничего не получится. Но это работа всей моей жизни. Ты не имеешь права. Я приведу ее сюда, Батман. Если спросишь меня, я пришлю небольшое место. Да, снова дурка. Who called the elevator? Wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Young. Тут, по-моему, в каждой части тебе надо дурку посетить, если я не ошибаюсь. Если не дурку, то тюрьму точно. Вроде да. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else go to the observation room. Barricade yourselves in. Короче, Бэтмен всех успокоил, освободил, говорит, стойте, ждите, я еще приду. Только разъебу тут народ. Трое, да, их всего? Угу. Ну, этот будет первый. MR.Toast. Он, блядь, уже взрослый, либо больница, либо... Ай, блядь. Я поторопился. Все, труба, меня сейчас замочит. А пускай добивает. Я нахуел его. Либо больница, либо тюрьма. Как говорится, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Тебя засекли. Стреляй крюком и качайся между горгулей для ухода. Спасибо, Кэп. Это можно? Да, это можно пропустить, слава богу. Короче, теперь нужно... чуть аккуратнее действовать. Чай не подрассосутся.
hospital is this? Looks more like a... Странно, но он почему-то того не добил, отсюда паника началась. Давай еще раз попробуем. Вот, и валим. Да. Давай попробуем. Ай-яй-яй. Короче, он что-то натупил, он не стал ударять, он приземлился прямо ему за спиной. И все. Туповатая мышь. Все, этого мы сейчас также добьем, пока он там страдает над трупом. Вот почему, блядь, ты его не добиваешь? Он почему-то пытается его ударить, когда тот лежит на земле. Он как будто из стелса сразу же переходит в режим активного боя. И отсюда косяки. Так, улучшение. А, давай по стелсу что-нибудь посмотрим. Броня, похер. Что это такое? Сила батаранга. Увеличивает стандартную силу батаранга, повышая время оглушения противника. Ну, пока это не обязательно. Двойной батаранг. Все закрыто. Вот это, многочастотный детонатор. Обеспечивает избирательную детонацию взрывчатого геля, полезно для продвинутой тактики. Надо, но не прямо сейчас. Автодетонация при приближении. Тоже нет. Не обязательно это сейчас. Ладно, тогда, короче, чё? Давай чуть боевку, наверное, качнем. Неотразимый захват и бросок после набора комбо в 8. Да. Сейчас будет больше врагов обычных. Скорее всего. Так что подобные вещи пригодятся пока в боевке. Что там по заданию? Вернитесь к докторам в санатории и разыщите там след табака. Угу. Давай наверх. Хотя. Табачина у нас, по-моему, где-то вот тут пасет. О. Значит, сюда просто. В эту дверь. Все просто. Так. Гранаты я метать пока не могу. Наверх мне не нанести это взрывчатый гель. Шли туда так. Это же метроидвания галимая. Хочешь все собрать, значит придется возвращаться. Пиздец, сколько у него табака у него из него высыпалось. Он как будто в лице вместо... как плюшевый медведь был табаком набитый, и его тащили просто везде. Так. Так, а Гордон, да, вот он тут находился. Я с этой стороны, получается, здание был. Не здание, а двери. Давай-ка мы тут секретики какие-нибудь посмотрим. Нихуя. Короче, его дальше тащили. Тут с него побольше насыпалось. Бля, как же эта игра называется? В США дети любят лобать. Они подвешивают здоровенного типа коня, короче, к этому ветке. Он на палке там болтается, и нужно завязанными глазами этого коня расхерачить. Я забыл, как эта игра называется. Вот что-то такое, наверное, по городу он палкой куда-то долбанул, с него теперь табак сыпется. Его возюкают по полу. Так, и чё? Я по кругу, что ли, прошу? Подожди. Вот если ты сюда идешь, то тут будет дверь. Только мне прямо или назад? А, ну...
В эту дверь мне не пройти, там вообще выход на улицу. Тогда давай на лифт, короче, вернемся. Странное будет зрение это, блин. Кстати, в других частях она более приятна к глазам. МР. Она типа синяя какой-то. Разбивание пиньяты. Вот, точно, пиньята называется. Короче, Гордон это у нас пиньята. По нему долбанули, и он сыпет табаком теперь везде. Так. Вот тут лифт, вон он. Крытый. Нахрен я туда так заходил, я не знаю. Тихо. Тут вообще, в принципе, гамма всей игры, короче, она такая светло-серая какая-то. Ну, тут дохера серого вообще. Тут все серое. Наверное, это экономия графики, ресурсов и так далее. Очень просто, подумай об этом. Я поймал тебя в металлический ящик, липко подвесил смертельной капли. Что скажет, если я сорву стоп-кран? Скажи пока, Бэтс. Бум! Я шучу. У тебя есть для тебя сюрприз. У меня есть для тебя сюрприз. Приготовиться встретиться со страхами. Я готов. Со всеми. Он газ пустил, что ли? Что-то Бэтмен закашлялся. Пожалуйста, доктор Крейн, не нужно. Это не Крейн. Они все за меня. Только пугало. Угу. Тут у нас появляется пугало как раз на горизонте. Вытащите меня отсюда, пожалуйста. О, господи. Тут пугало всех кошмарит. Пугало, как мы знаем, это у нас психолог, который работал с газами. Он, ох, кажется, добрый доктор начал слишком рано. Ваша с ним встреча не на час. Скажи, Бэтс, чего ты боишься? Пугало психолог, который специализируется на страхах людей, и он вытаскивал страхи людей с помощью газов, которые он изобрел. Пугало у нас находится, ну, появляется вот в этой части, и, по-моему, только в следующий раз мы его встречаем в Arkham Knight, если я не ошибаюсь. Вот опять вот эта хрень, короче, но она наверху, мне ее типа не достать. Это говно тоже не разбить. Ну понятно. Это потом, наверное, скорее всего, надо перегружать каким-то автоматом, я не знаю, с электричеством. Давай, наносим. По каким-то коридорчикам тащит. То по вентиляции надо бегать, то по коридоркам. Так клаустрофобия может развиться, кстати. Это вообще очень сильно напоминает все дело Silent Hill какой-то. Помоги мне, Бэтмен! Я думаю, это глюк. Гордона никто никуда не утаскивает. Скорее всего, Бэтмен уже еще в лифте надышался этим дерьмом. И его сейчас подлагивает маленько. Ватман багует у нас, короче. Если сейчас будут Горд, это же Гордон, если его сейчас будут утаскивать, то это стопудово отсылка на кошмар на улице Связа. Вот прям это все было. Не помню, в какой части их дохрена, как бы, но это было кошмар на улице Связа.
Нет? У Бэтмена глаза краснеющие. Натер, походу. I'm sorry, Jim. Прости, Джим. Барбара, прости, я опоздал. I'm sorry. I was too late. Камеру ведет. Бэтмена плющит, короче. Прости, номер короткий, ты дала мне недоступен. Пожалуйста, оставь сообщение после гудка. Барбара, ты там? Пожалуйста, повесь трубку. Новая основная цель. Выследи убийца комиссара Гордона. Но это будет пугало. Кстати, вот здесь, короче говоря, есть глюк в игре, от которого просят избавиться понижением настроек. Посмотрим, будет ли он. Но у Бэтмена вон глаза какие. Его уже накрыло. Посмотрим, если будет. Будем думать, как выпутываться из этой ситуации. Так, я отсюда пришел, тут тараканы, да? Здесь Бэтмен не боится таракана. Да, ему похер вообще. Что-то такие тараканы на говно какое-то ползучее, походу. Ни лапок, ни хрена нет. Но спина у них раскрашена, как у мадагаскарских тараканов. Ебать. Че это такое? Это типа тараканы, которые только до стены не докасаются. Жесть. 9-й год. Морг. Зашепчет в ухо. Что-то про страх там говорят, ну типа пир, страх. Это пугало, что ли там, шустрит. Развлекается. Надо просто типа тут подольше походить, чтобы скрипт сработал. Стой. А вот какая-то. Нет. Нет. Я думал, там маска валяется, ее типа надо поднять, чтобы все заработало. Ну чё? Чё тут делать-то? Ты говоришь, ты хоть пукни, дорогая, чтобы мне дырочку найти. Может выйти просто отсюда надо? Да? А потом оттуда надо бы еще выйти сюда, да? Открыть мешок для тел. Хочешь этот, хочешь этот. А можно и вот этот. Не знаю, давай вот этот. Это батя. Ты должен был сопротивляться, сын, как мужчина. Во втором будет матя. Матя будет во втором. Давай, тут мать будет у нас. Мам? Мам? Помоги, Брюс, не дай нам умереть. Кстати, во время убийства родителей ей это колье порвали, так что логичней, чтобы на ней и его не было. Ну а тут либо пугало, либо Брюс должен валяться мелкий. Пугало. Сейчас его совсем накроет. С головой, как говорится. Но нет еще. Ладно. Вот, теперь накроет. По идее. Да. Понеслось, короче.
Давай тогда мы заново. С игры вылетело. Заново ее запустим, снизим настройки. Опции. Короче, по минимуму. Что-то можно по минимуму поставить. Тысяча 280 на 960, по-моему, да, вот так вот можно попробовать. 5,4, 16, 9. Вот так, 1280 на 720. Попробуем так. Детализация. На низкое. Широкий формат. Вертикальная синхронизация. Сглаживание еще тоже убираю. По идее, должно прокатить. По идее. Чего, блядь? Где картинка-то? То есть вот такую херню, короче, в Steam за 500 рублей. Вот с такими вот залупами. mr.toast. Сломан. Ну да, типа того. Мазер, мазер, короче, это можно пропустить. Мам? Может, они из этого бага не хотели ее переводить на русский. Ну, типа, недоработанная игра, может быть, в продаже находится. Кстати, издание игры, издание года, короче. То, что я взял, называется издание года. Вот тебе, блядь, и издание года. Ну, это работает. Слушай, меня бы уже отключило. Это мы переживем. В этом моменте, кстати, прикольная это, прикольная механика игры. Бедная маленькая мышь, говорит. Тут типа уже платформер начинается от счастья. Не свойственно для Бэтмена. Главное под прожектор этого педика не попасть. Первый раз ее, у меня не было такого. Это, видимо, Windows 10 херово дружит. Отсюда геморрой. Так, выбираем выручить гель. Сначала наносим. Потом назад. И бахаем. Тихо, тихо, тихо. Чуть не попался.
вот эти прожектора надо лупить, да? А не, направлять в него просто. Ебать, тут все квадратное. Так. Ты слышишь, Брюс? Что происходит? Оракул, все ок. Что такое? Связь пропала. Ты уверен, что все хорошо? Ты нашел моего отца. Заебал он с бати. Все хорошо. Произошла небольшая стычка с чучелом. С пугалом, блядь. Я задержался. Нижний коридор. Я не знаю, если с пугалом я этот момент прошел, то можно типа разрешение назад возвращать. Это был не Гордон. Газ Крейна подействовал на меня больше, чем я думал. Заблудился, малыш? Ладно, давай, чтобы наверняка, короче говоря, пройдем чуть-чуть дальше. До сохранения. Ну и чё, открылась дверь? А, вот, появились чувачки такие. Эх, не дотянулся ногой. Норм. Слушай, никаких трюков, только одна последняя загадка, и Гордон твой. И даже больше, и... О, я не могу ждать. Сейчас еще с игры придется выходить. Пойдем. Твой драгоценный комиссар полиции прямо за стеклом, посмотри. Взять карту тайников. Так, ну давай, давай, еще чуть-чуть дальше пройдем. Освободи Гордона, будучи незамеченным. Сейчас, по идее, Гордона мы освободим, должно сохранение пройти, и тогда можно уже спокойно выходить с игры, нормально возвращать себе разрешение, и дальше уже спокойно лобать. Черт, там кто там гол? Понятно. Слушай, ну сохранение вот тут уже прошло. Да. И тут у нас эти клоуны. Так, стой. Управление, опции звука. Выходим. Опции игры. Надо полностью выйти. Вот. Работает. Жесть, конечно. А что делать? Хоть трансляция не слетела. Спасибо на том. Так, опции игры. Максимально можно поставить. Все. И типа получается, что Steam не проверяет, что они продают? А тебе и за пятихатку, не здание года.
хоть бы баги пофиксили. Кстати, я маленько тут сглаживание приподнял. MR.Toaster. Игре 11 лет. Так все равно, зачем тогда продавать, если она багует? Пусть даже MR. В одном месте, но все равно. А багов вагон. Мне кажется, багов до хрена, потому что она с 10-й виндой плохо дружит. Потому что я помню, что я проходил вот этот момент вообще без проблем. Когда у меня семерка, по-моему, стояла. Или XP SRX Pack 2 или семерка. По-моему, семерка. Да-да-да. Точно. У меня семерка тогда стояла, короче. Я ее на семерке проходил спокойно, вообще без багов. Но в продаже-то она осталась. Главное, семерку они изъяли. Ну, то есть, ты не можешь уже поставить винду 7 официально. Винду, главное, изъяли. А в игре баги не пофиксили, на. Конечно, это немного разные фишки, но, тем не менее, могли бы, блин, заморочиться 10 минут, просто чтобы фикс один мандурить в игру, да и все. Либо убирать из продажи. Тоже как вариант. Коль такая пьянка. Пойдем этого задушим. Пойди-ка. Вот такой вот стелс. Тут не открытый мир, в принципе, в игре. Тут в основном ты ходишь просто и из комнаты в комнату и убиваешь определенных мудаков под определенными задачами. Так, все, по идее, все. Один наверху. Там у нас Харли Квинн, походу. Сейчас мы эту сучку должны вырубить, по идее, и спасти Гордона как-то. Кто-нибудь видел Бэта? Нет? Удивительно, он струсил. Мистер Джей снова победил. Она так Джокера любезно называет. Мистер Джей. Угу. Значит, тупо по ступенькам, но то вряд ли. Было бы слишком просто. Типа взрывчатый гель? Нет, захват. Ну давай. Здесь подобных багов больше не будет в игре. Он неуправляемый, он пытается что-то доказать. Я не уверен, что смогу остановить его. Ты справишься, Бэтмен? Слушай, мы не одни. Он нашел там внизу что-то еще. Я не знаю, что это такое. Что за болтун? Уничтожить сюрпризы. Потише. Ох, я приближаюсь к тебе, да? Хорошо. Тебе понравится следующая порция. Я думал, мы как-то дольше будем с этим. Нужен логин, говорит, и так далее. Я думал, мы дольше будем мочиться с Крейном. Ну, с Пугалом. А тут его как-то скользь показали и все. Убейте меня! Это Бэйн высохший лежит. Кто это с тобой сделал? Доктор Янг, Бруя. Она выкачала яд из моей крови. Нужно остановить ее. Прости, экс Бэйн. Добрый доктор больше не представляет проблем. Как тебе моя марионетка? Не стоит ли нам прикончить его?
станет потолще. О, как на дрожжах. Гордон, беги. В предыдущей части у него проводков, по-моему, на спине поддобавилось. Играйте хорошо, дамы. Да не вопрос. Сейчас мы сыграем. По идее, он должен как-то врезаться, наверное. Либо мы его удушим бета-рангами. Нет. Может, типа, мне разочек надо бросать, чтобы посмотреть, как это делается? Угу, забивает. Нет, я что-то не понял. Глушить его получится? Да, блядь, дай-то отойти-то хотя бы, блядь. Вот так вот. Нет, это не так работает. Ладно, давай посмотрим подсказку, чё он всё-таки не отрабился. Надо-то чего? Используй быстро бета-ранг, чтобы глушил Бэйна, когда он заряжается. Я использовал только что. В какой момент его надо швырять? Во! Надо просто до победного. Блять. Фишку с замедлением времени не совсем я понял, конечно. Почему он, блядь, не уходит от него? Ну, вот так вот я его наваливаю. Придется еще раз переиграть, чтобы скоординировать движение. А, ну как же? Как же Бэйн, блядь, без пушки не доходит? Да. О, у меня одна подача осталась. Он опять своих сам сбивает. Походу, это у них постоянно в игре присутствует. Надо, чтобы он прям облучённый стоял. Сильно не разгоняется, не бьется башкой. О, блин. Я так понимаю, то, что это и имелось в виду, когда он заряжается, когда какую-то штуку к себе притягивает, надо его мочить. Короче, вот, вот при таких раскладах. Блять, нет, не так. Что за хрень? Во-во-во. Теперь его можно удохать. Короче, как только он за голову держится, только тогда.
Ты на чуваков плавно не обращай внимания, он сейчас все равно будет бегать и их сам убивать. Ай, я в стенку врезался. Блин, ну не помочите. Чтобы они мне не мешались, чем пока ждать, или пока он их сам развалит. Успел отпрыгнуть. Да, мне хана. Да. Давай. Теперь понятно, короче. Надо швырять батаранги, пока он бежит только на тебя. Когда он типа не видит ничего, и можно его разматывать. Бьется башкой, ты к нему. Ему плохо все. Блять, нет. I will break you this time, Batman. Давай-ка сюда. Ай, блять, ну. Какой нахуй взмах плащом, ты че, идиот? Каким-то первым начал получил махать. Место прыжка. Так, давай поближе. Одного он сам захерачит. Блин. Все, подождем его. Уложили стенки. Че он сам ко мне придет? Давай. Да, блядь, я застрял. Сука. Последняя подача. Not.
куда ты на него-то, блядь, лезешь? Нахера? Так, прыгай, блядь, быстрей. Подальше от них свали. Сейчас он камня у них кинет. О, вроде мало. Прыгай. Так, и еще одного он добьет. Все, встаем в противоположную. Не успел, мать твою. Я успел, но как-то я урона не нанес. Я как будто в стенку колотил сейчас. Давай, мужик. Оп. А ну и все. То есть он сам себе даже урон наносит, пока закрытые глаза бежит в стену. Надо добить? Нет, и так достаточно. Я хер его знает, будет тут замес с Бэйном еще или нет, я не помню. Вроде будет. То он что-то как-то быстро сдался, его всего лишь надо было завалить бетоном. Бэтмен, ты как? Я в порядке, Джим. Где Квин? Ушла. Должно быть, она ускользнула, когда Бэйн тебя бросал тут. Нам нужно вытащить тебя отсюда. Я не новичок, я могу справиться и сам. Вот, Бэйн. Я же говорил, он еще живой. Я убью тебя, Бэтмен. Потому что эту... Потом эту Бруя. Нет, Бэйн, этот раз я тебя убью. Я тебя убью, нет, я тебя убью. Но он же не труп. Он и не в тюрьме. Его просто уронили в воду. Кстати, Бэтмобиль тоже утопили к хуям. Джим, возвращайся на материк, здесь слишком опасно. Я не хочу бросать тебя здесь. Твинтерзи, это кто Бэтмен? В смысле, это кто Бэтмен? Не совсем понял, Винтер, вопроса твоего. Привет, кстати. Бэйн называл доктора Янг. Это испанский ведьма. Тачку утопил. Бэйна просто утопил. Оракл, проверь городские компьютеры. Найди все, что сможешь о докторе Янг. Я проверю все, что ты нашел после того, как попаду куда-то там. Бэт-пещера? На острове? Я недавно ее построил. В таких ситуациях нужно планировать заранее. Как ты собираешься хранить эту тайну? Это я, помнишь? Ты думаешь, доктор Янг экспериментировала с ядом точно таким, который превратил Бэйна в животное? Да, я волнуюсь. Бэйн казался более сильным, чем обычно. Джокеру нужен яд, и это может стать проблемой. Я иду к месту мертвого человека на севере Архама. Я сажусь с тобой из Бэт-пещеры. Доктор Янг, вот эта вот рыжая транда, которую мы встретили вот в этом вот медикал пункте, ну короче, в больнице, которую мы встретили, это у нас будущее ядовитый плющ. Я только сейчас вспомнил этот момент. Вот. Кто-то, я думаю, что за рыжая соска такая, и прям ей очень много внимания уделяется. Плющик это у нас. Плюсчик. Чё, типа никаких вопросов? Тупо. А, вот. Нахер это слышишь? Чё-то тут не вопросов, больше ничего. Так. Основная цель. Интенсивная терапия. Найти вход в пещеру пункта мертвеца на севере Архама. У меня типа на кладбище что?
О, я там вопросик вижу. На новый уровень собирался. Товарищи, походу, надо здесь исполниться. Мне кажется, ребят, он опять футбол начал двигаться. Вот. Так, что качаем? Твинкер Зера. Загадка. Я не совсем, кто это Бэтмен, и потом ты пишешь загадка. Что ты хочешь спросить, я не совсем понимаю. Поясни вопрос. Давай броню еще вкачай. Куда идти? Угу. Поворачиваешься, получается, по левую сторону, куда-то туда. Но у меня же не в этот пролет, явно. Надо в дверь. Западный архив. Тут у нас нычек никаких. Винчерзена. Я про Рихтера Загадочника. Его же Эдвард Нигма зовут. Пройти-то туда. Ботаник Гарденс, да, слушай, сейчас будет замес с плющом ядовитым. Как попасть только туда? Может, вообще по правую сторону проще пройти? Как я шел, только маленько в другую сторону. Еще вопросик. Пока тут загадки не сложные, ну типа просто на внимательно. Не знаю, а будут ли они тут вообще сложные. Не помню. Да, но я, короче, получается, иду правильно. I found a cave entrance and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. Просто мы тупо в обход, короче говоря. Ну раз там закрыто, че в обход-то не сходить? Это Уган говорит. Ну давай. Принимайте пиздец. Чё, дурно, что ли? Okay? Ну, вставай. Нет, тут, походу, уже порог. Он в последний. А в следующий раз его типа глушать не надо. О. Итак, по карте. Загадка типа за стенкой. Ну да. Найти вход, пещеру, пункта мертвеца на севере Архума. Но они имели этим в виду пункт мертвеца. Это может быть опять трудности перевода просто. Да, тут вопросики пробежимся, поищем. Угу. А нет. На крыше есть что?
Надо, кстати, посмотреть, сколько вообще за один вопросик, типа, плюшек дают. Есть ли резон их вообще таскать? Может, как бы и париться не стоит. Эх, чуть-чуть не долетел. Но мне сюда, скорее всего. Смотрим. Угу. Значит, верно. Я понял, да-да-да. We were doctors, politicians, and teachers. We have been the organ, cleaning the arterial filth from the city. We have been its servants, giving all to protect it. And still it has chosen to hurt us. Теперь нам дальше, да, еще надо? Я только вошел в этот коридор, кстати. До этого момента, кстати, можно повнимательнее, вдруг где-то что-то заныкано. Такое что же может быть? Довольно-таки насыщенная больница. Тут, блядь, и склепы имеются, какие-то часовни. Нахрена это все? Не, получается, не сразу их оплыть будет. Пугало они тоже, кстати, просрали. Довольно-таки быстро он кончился. Бэйн первый, считай, первый босс. Это у нас... Система отключена. Следуй в пещеру к пункту мертвеца. Я часто случайно не в свою бы пещеру-то приперся. Уж очень антуражик похож. Ну да. Да, я в свою пещеру приперся. Сейчас вот, наверное, гаджетов надают. Полный чемодан. Доктор Янг заправляла проектом, крупным с множеством финансов. Вот последние сообщения, правда, они для меня непонятны, о чем она говорила. Вроде бы она проводила эксперименты над пациентом Аркхова. Новый химикат лишь немного напоминает структуру яда. Явно различимо множество изменений для усиления эффекта препарата. Уйма ссылок на формулу титана. Небольшое количество может стать первичной трансформацией носителя в монстра, ликвидируя необходимость использования резервуаров. Блять. Но ее заметки не закончены. Формула не достает. Должно быть, эту тайну доктор Янг решила скрыть. Если она попадет в руки Джокера, он создаст армию Бэйнов, короче. Господи, неужели Джокер безумный? Ну что сказать, ты должен его остановить. Третий гаджет. Что, собственно, расширяет зону поисков всяких плюшек Ридлера. Я иду за ней. Она направлялась в особняк вместе с Кэфом. Я попробую пройти через катакомбы. Вернитесь на поверхность канализации. Лидер, конечно, молодец. Расшвырял свои плюшки везде. Потом ходи ищи. И вот в эту дверь. Которая будет там. Значит, давай ящики, наверное, раскачать надо будет. Что, мне зря батаранг дали? Бэткоготь, точнее. Все, норм. Надо было посчитать количество выходов из пещеры. Прицел когтя. Куда? Куда? Ага, вот сюда. Есть тут еще какие-то загадки? Вот и нет. Пустенько как-то.
Простите, босс, ушло тебе больше времени, чтобы найти его, чем мы думали. О, простите, в следующий раз я буду более внимательным для планирования захвата. Давай-ка мы его придавим маленько. Чтоб поменьше шуметь. Так, и у нас. Ну он еще тут есть. Достанет? По идее должен. Вот так. Но вниз упадешь сразу насмерть. Значит, надо трос натягивать. Только с тросом эта херня работает. As Gotham's veins slowly filled with pain and suffering. Так, вот эти таблички нам дают 200 очков. Не густо, но халява не повредит. My mother lived on, but only а вот этих гавриков можно быстрый коготь. И что он даст тогда этот быстрый коготь? О, прикольно. Он просто как подкошенный на тебя несется. Отчаянно пытался мужик трубу оторвать. Вредитель. А как же его так работает? Как хлёсткая пощечина была. Странная херня, там таких твоих друзей мудохают просто всю банду, один чувак. А ты подбегаешь к коробке и начинаешь ее пытаться оторвать, там трубу пытаешься оторвать. Зачем? Просто чтобы, блядь, вас быстрее разъебали, я не понял. О, я даже вижу, куда мне сейчас пригодится бэткога. Вот так он не может вытаскивать? Нет. Это, видимо, позже добавили. Так, один трофей тоже 200 стоит. Я понял. Я поработал над данными по доктору Янг. Согласно ее записям, на ее счету были огромные суммы. Вот как. Что? Платежи поступали от компании, которая владеет неким Джек Уэйк. Одно из вымышленных имен Джокера. Значит, Джокер платит Янг за создание армии, и затем вдруг перестает. Странно. Я понял. Что, нихера не понял? Короче, как обычно, Джокер во всем виноват. Если в чем-то Джокер не виноват, то он обязательно скоро станет в этом виноват. Мне хоть сюда идти-то? Да. А если я не туда не пойду? Тихо. Вопросик. Кстати, по-моему, эта штука синее стала. Ну, в смысле, когда у тебя работает зрение твое орлиное. Ну, по-моему, немножко другого цвета стал. Более синее. Ага. Я тебя найду. Разорву плоть как бумагу. Мы обязательно встретимся с тобой. Рок. К нему потом. Понятно. Пошли к плющу тогда. Крок у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то последним или предпоследним будет боссом. У головоломки много сторон, но... Блин, я не успел прочитать.
Они, так понимаю, путь мне показывают, куда херач. Ну ок. Угу. Так просто не запрыгнуть. Эй, вот что странно. Поток платежей на счет доктора Янг не прекратился. Он был отменен. Доктор Янг заблокировал свой счет. Похоже, что она решила передумать. Пыталась заблокировать платежи. Джокеру не нравится, когда его партнеры идут против него. Вот почему он решил попасть обратно в Архам, найти формулу и создать армию. Короче, с бабками Джокера поднаебали, похоже. Ну или пытались так сделать. Он обиделся и пошел армию делать. Так. Как-то надо до этого вопроса добраться. Угу. Угу. Вот как-то сюда. Я зашел в ее почту. Зашла в ее почту. Первое письмо с требованием увольнения от прошлой недели. Похоже, она пыталась. Кажется, он спел. Блять. Все равно я тут оказался. Короче, в жопу я эти комментарии не буду читать с пояснением сюжета. Все равно пока ничего такого прям сверхинтересного не расскажут. Оп, дотянулся. Сейчас каждый шаг опять начнутся эти пояснения за лор. Оп, я куда-то выше даже смог подняться. Тут все разваливается. Захват использовать опасно. Мне нужно забраться, как делали в старинку. Какую старинку? Старину, наверное. Это раз. Как делали в старину. И что он хотел этим сказать? Ну тут, наверное, без бэткогтя и бетаранга надо обходиться, просто он это имел в виду. Просто где-то подняться, где-то подтянуться. Можно он туда. А мне в любом случае туда. Так, давай еще. Испытание открыто, начинаем мы. Угу. Явно не сюда. Давай еще выше. Ну вот ту хрень уже явно не мне на полетом не достать. Это только планирование возможно. Откуда-то повыше надо типа забираться. Так далеко на планирование он не пролетит. Поднялся. И тут тоже. Я так понимаю, что мне прям. Нет. Но сюда тоже можно. Выход на поверхность. Нам не нужно на поверхность. Нам нужно что? Вернись на поверхность по канализации. Да, мне надо на поверхность. Подожди. Тут еще есть какие-то ходы. Вон там можно наверх еще выше забраться. А, не долетит. Я вижу, что не долетит. Наверх. Потом вот сюда. Это раз.
как-то еще туда можно забираться. Чтобы на той площадке оказаться. Ну как, хер его знает. До туда он пока явно не долетает. Наклон. Чего? Угу. Ну давай попробуем. А все, он типа не видит этот карниз. Слезаем. Нихер тут больше делать. А до того вопроса добраться, я пока не в курсе. Оу. Я, короче, в самом низу. Ну-ка, выше забираешься? Вот какие-то уступы есть. Не хочет. Короче, я теперь опять в самом низу. Ладно. Тут недалеко. Ну, да. Так. Угу. А что ему мешало в прошлый раз дотянуться до этой корни? Все, короче. Тихо, тихо, тихо. Он тут какие-то сальтухи крутит, там вся херня. Как-то туда можно забраться. Возможно, только вот сверху, если спланировать. Но... эта штука отдельно стоит. Пизду, короче. Ради одного вопроса. Это бахнуть нельзя. Взрываем. Ну прям мега эффект. Полигоны разлетаются. Север Архама. Вернитесь на поверхность канализации. Странно, он свою, блин, берлогу. Он свою берлогу, короче, построил прямо рядом с дуркой, по идее. Вот у него. Соседней горе, короче, буквально таки находится у него эта пещера. Это Тук, это снова Джокер. Не беспокойся, летучие мыши. Я поместил его на пути пару сюрпризов, если он решит испортить все веселье. И если услышите выстрел во тьме, не переживайте. Очень мало шансов, что вы будете ранены. Это я охочусь за летучей мышью. И все же вы можете проверить свою страховку. Впрочем, о чем это я? Вы же не застрахованы. Снайперы? Кажется, бандиты Блэкгейта получили доступ к арсеналу. Понятно. Молодцы, че. Есть там что, вопросики? Нет. Ну вот и снайперы. Давай мы сначала к ним, короче говоря. Я так понимаю, то, что они тут будут расплавниться постоянно. Так. Угу. Да, они типа заменили охранников, короче говоря. Сейчас мы еще того заебеним. Который на второй мышке. По идее все, тут больше никого. Никаких снайперов я тут больше не вижу. Внизу 4 человека и все. Угу.
Надо бы только как-нибудь к нему подойти, чтобы он меня не спалил. Примерно вот так. Ай, блядь. Ты не мог прямо на вот эту херню упасть? Стелс, молодец. Ну и все, рыб. Так, вон тут как-то вопросик есть. Давай попробуем оттуда спикировать. Спланировать. Да, норм, долетит. Итак, все, куда мне надо? Угу. Особняк Архам. Это вот этот. Подожди. Он будет по правую сторону. Получается, он будет... Вот я сейчас в эту сторону повернулся. Ну да. Он чуть дальше и правее. Давай, ребят. Лёвка явно тут проще, чем в городе. Либо враги просто не очень сложные. Но в Arkham City они уже будут потруднее. По крайней мере, я на это надеюсь. Так. Угу. Только так мы и доберемся сюда. Улучшить. Да давай, наверное, так и сделаем, да, короче. Сначала прокачаем максимум брони, а потом уже все остальное. Тут плюсов тут немного. Всякие особые захваты там. Этим вряд ли часто будешь пользоваться. Там уже очков тут наваливают, вроде нормально. Наследие этого острова было хорошо и по-настоящему что-то там. Пошли наверх. По-моему, где-то здесь два стрелка стоят. Ага, уже нельзя. Неплохо. Интересно, как разрабы звуки тут записывали? Когда вот у этого чувака лупишь, то там как будто кулак в стену прилетает. Там такой звук. Глуховатый маленько. Кстати, совсем чуть-чуть движения добавляю. В следующих частях там это дело сделали по-другому. Да, сейчас вместо охранника, короче, так и будут бандиты одни. Ах ты, сучара, гнойная. Во-во-во-во-во. Пидорас, я здоровье сшиб. Я совсем не забыл, что игрушки есть. Да. Bye-bye, Beth! Mwah!
Давай, блядь. У меня тут часов не надо, кстати. Чё загрузки-то такие долго? Так. Первая падла вот тут гуляет. Ну-ка, иди сюда. Давай, дыши быстрее. Угу. Еще два. Ну того там мы сейчас сразу же угадаем. Здесь, наверное, будет не пройти. Угу. Ну, вот, норм. Сейчас заберем тебя как раз. Тут короткий путь просто. Бэтмен довольно-таки сильно топает. Странно то, что, ну, как обычно, враги у нас слепые, глухие и тупые. Стандарт. Кстати, там у нас вопросик. А что взять? Ну, цепляйся. Ну? Так, это найдено, это понятно. Открыто достижение заключенные черных ворот. Надо вот этих гавриков двоих ебнуть. Как раз мне, скорее всего, туда. Угу. Я понял. Мы их, наверное, обойдем как-нибудь. Может быть, их можно втащить просто с этого кадырька. Нет, я думал, он меня увидит. Блять. Значит, как вариант, надо было на самом деле их тащить. Почему просто было дверь сделать и все? Нет, обязательно тебе надо через крышу там, через... Места интерес? Так, найти маршрут у особняка. Чё, тут ни горгули, ни хрена нет. Дар воздух. А двойной есть туда? Давай этого сначала. Да ёпта. Не срабатывает. Контрадар. Вот. Что-то он с ним сделал, там под яйцами как-то нырнул, я даже сам не заметил. Как-то произошло. Так, ну и все, в принципе, чё. Наличие вопросов по осмотру. Ну тут по-любому тихо. А тут по-любому что-то есть. Либо проход, либо вопрос. Кстати, здоровье уже прокачано на максимум, остальное, ну, можно боев покачать.
чтобы с финтами им пизды отвешивать. Заблокирован. И чё, и чё? Давай наверх. Понятно. Неспроста мне бэткоголь-то давали, да? Пиздец, там электричество гудит, как будто сейчас, я не знаю, это я на подстанцию какую-то зашел. Там опять начнется крутилово вот это вот. Да. Он опять подзатупил. С четвертого раза. Ну, хорошо, прогресс прям. My journey lasted little. Да, я все понимаю. Visiting academics in both Metropolis and Keystone, I was exposed to a wealth of new ideas. Пошли сюда. I began my day. Кто главный человек в главном зале? Вот этот имеется в виду. Или картину опять какую-то надо искать? Ладно. Шенствуем с этими загадками. Ни одного не вижу, чтобы они были с автоматами. Мне нужно найти записи быстрее Джокера. Обычно я особняка, чтобы найти заметки доктора Янга раньше Джокера. Но это явно не на время. Но пиздячек придется этим ребятам дать. Прям всем. Ну. Не всегда, явно не всегда срабатывает. Себе новая клетка это. Он разгоняется от какого-то там максимального набитого комбо. Быстрее действовать начинает. Так, и чё? Я здесь, кстати, активных предметов, кроме горгули, никогда не вижу. Еще загадку бы надо поискать. Кто типа самый главный человек в этом зале? Ну вот этот, наверное, и есть человек. Нет, вроде. Снова челюхи. А это можно прям через решетку? Ни хрена. Ну теперь-то явно можно. Маленькая жопа. Иди сюда. Что у нас тут вообще? Просто взяли пустой квадрат, сделали в центре. Почти, но все равно бесполезная херня. Давай. Ну там пленка, я видел хотя бы. Ух.
Так, меня сюда явно не пустят. Есть у нас рехотка, прямо посередине этого мужика. И еще вот тут есть какая-то вентиляция. Давай наверх. В эту вентиляцию, походу, так просто не побраться. Как-то же можно. Она прям за этой стенкой. Делится на две. Ну давай попробуем сюда сходить. Дверь эту дерну. Но она закрыта. Окей. Что нужно птице в дождь? Ветер. Не ветер. Тут должна выходить вентиляция во все. Сейчас я все-таки к этой решетке подойду, значит, надо вот туда, в тот зал идти. Да, там просто вопросик и все. Лишние очки не повредят. К тому же это просто достается, так что ничего страшного. Так, туда явно никак. Тут у нас вентиляция, в которую не пробраться, а только в этот зал. Кстати, в дождь. Самый главный персонаж в этом зале. Век слишком мал. Кто у нас еще может быть самым главным объектом в этом зале? Вот это вот Чика. Нет, не это Чика. Какие у нас еще есть портреты? Надо хоть одну загадку-то для приличия решить. Чё тогда? Где-то надо сфоткать, короче. Вот этот мужик. Объект не обнаружен. Давай с другой стороны пойдем. Вот так. Не обнаружен. Ну хер знает тогда. Это тоже проход. Привет, друг Лайк. Здорово, Даман. Спасибо за лайкос. У меня два хода получается. И тудым, и сюдым можно. Что делает этот ошейник? Почему он такой шумный? Это ошейник самоубийцы, но звучит сильно. Самоубийцы? Они дали ему другое название, но что мы используем их, чтобы отслеживать сердцебиение пациентов? Если оно падает, звучит тревога. Как одна из моих групп, если ты на нее выйдешь. Как тебе мои яблочки, Бэтмен? Расположение, в котором мы посмотрим. А в западном крыле? Они бы уже были здесь, если бы мы не учили уму-разуму Кэша. Послушай, что я тебе скажу. Я не хочу испортить вашу встречу и дать им знать. Но улучшение для батаранга. В какую сторону-то мне идти? Что-то я так и я запутался. Как бы в тему и туда, и сюда идти. Но... По заданию ничего же не написано. Ощущение, что когда идешь по этому коридору, то тебя ведут по сюжету. Типа прописаны диалоги и так далее. Так что давай, наверное, тот коридор сбегать. Еще кто-то? Парочка зареспавнилась.
больше, чем 8 человек. Давай вот сюда, вот в этот коридорчик сходим. Скорее всего, он тупиковый, но тем не менее, может быть, тут что-то полезное есть. Вон, допустим, челюхи халявные. К тому же, задание, что нужно птице во время дождя. Может, вот это зовут? Загадка решена. Данные персонажи открыты. Пингвин. Понятно. Возможно еще то, что я иду прямо по этому. В одну сторону это один квест. В другую сторону второй, типа. Куда-то по-любому меня не должны пустить. Все. Главное, сюда идем. Ну, ок. Я двое схватили дубинки и тупят. Вот я друг на друга. Да, можно вот этих вот сразу двоих оглушить одновременно. Пока он оглушенный стоит, я вот этого лучше добью. Блять. Гаденыч. В Origin подобные черти были куда опаснее. Они делали сразу по три удара. И снимали вполне прилично. Так, тут у нас выход куда-то. Понятно, не сюда. То есть все, что тебе нужно. Блять, я не успеваю, короче, из-за мыслями Джокера тащи, обыщи особняк Архам, чтобы найти заметки доктора Янга раньше Джокера. Ну, может быть, они действительно прямо в библиотеке и находятся. Но зачем меня тащили в другой коридор? Но я здесь не просто так, я... Скорее всего, я по сюжету вот именно в эту сторону иду. Тихо, я понял. Как жаль, ты уже было думал, что все будет просто, верно? Разве ты ни к чему не научился сегодня? Нет, ничему, блядь, я не научился. Через вентиляцию надо пробираться, вот я что научился. А долго мне цели-то будут наваливать? Освободи заложников, обыщи особняк. Тут еще к тому же и... Время бежит так-то. Вроде. Так, это не то. Нет, явно не сюда. Как мне их спасти-то? Это как лабиринт. Откуда-то я должен попасть. Давай еще выше. Может, типа он упадет или сломает ящик? Ой, ящик, стекло.
Нет. Remember the hostages? They're entering their final 60 seconds of remembering to breathe. Да заткнись ты, волос сраный. Тупик. Я так понимаю, миссия будет провалена. Да. Вот отсюда я попадаю просто к ним наверх. Полминуты. Да, я не знаю, что делать. У тебя осталось полторы минуты. Пойди, люстру надо как-то обрушить. Она типа все разбить должна. Это у нас, по-моему, единственное, да? Да. Нет, тут тупиковая херня. Стопудово из-за этого времени ачивку я не заработал какую-то. Ну и ладно, хер бы с ним. Стой, батарангом это можно перешибить, да? Помоги, говорит. Сейчас, подожди. По-моему, тут даже два варианта, как оттуда выбраться. Юморист. Спасибо, Бэтмен. С ними покончен? Да, все хорошо. Что произошло? Все это приключилось так быстро. Ломились пациенты, начали все кругом крушить, как будто кто-то что-то искали. Билл поначалу отбивался, но их было очень много. Они забрали доктора Янг. Она хотела сбежать, но ее догнали. Прости, когда я пришел с себя, мы были связаны, а Янг исчезла. А этот сам себя типа развязал, что ли? Так, ну цель выполнена. Дальше что? Просто выходим отсюда. Где-то примерно вот с этого этажа я сюда забрался. Вот через эту дверь. А, ну теперь получается надо... Конечно, головоломка возникла ниоткуда. А вот это? Нет, не то. Тогда хер его знает, что за головоломка, которая возникла ниоткуда. Задание. Вообще особняк. Короче, ничего не изменилось. Я типа побочку какую-то выполнил просто. У меня довольно-таки длинный плащ. Так он не путается в нем. Коридор западного крыла. Ну, значит, сюда мне надо. С этими нехера солопами разговаривать. Полезного они не скажут. Секретов никаких.
можно еще выше. Нет, там закрыто. А вот это можно взорвать. Нет, слушай. Ну вот это можно взорвать. Тут какие-то плюшки надо. Передача была сделана из этой комнаты. Воу-воу-воу-воу. Нахрена я туда? Нет, естественно. Зачем бежал? Можно, надо было сразу наверх. Ой, давайте, наверное, на этом закончим стрим. Продолжим потом уже. На следующем, как говорится. Я думаю, то, что я уже треть игры прошел, она коротенькая. Буквально, по-моему, сюжет проходится часов за 8. Ладно, всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии.